сегодня мы будем делать слайм. Для этого нам понадобится миска, краски, монопищевую или обычную, клей, загуститель и пена для бритья. Сначала мы берем клей и добавляем. Подвинем чашечку. Вот так. Теперь мы можем или пену для бритья, или краску, но я беру пену для бритья. Ого, Элик, что? Я решила сейчас сделать краски, у меня две, и я их смешаю. Что, не получается? Я хочу фотку сделать. Теперь все смешаем. У нас вот такой цвет получился. Если он клеится к ложке и к стенке, тогда добавляем еще загустителя или пену для бритья. Сначала надо всегда его чуть-чуть мешать, чтобы он привык к рукам и не так сильно лип. Очень хорошо. Сейчас мы попробуем его надуть. Надувается он маленький пузырь. Он такой у нас с вами получился. А теперь я покажу, какие я уже сделала. Он такой у нас сегодня зеленый получился. Еще у меня есть вот такой очень мокрый оранжевый. Вот. После оранжевого одобрен снаружи. Тянется он обычно, но он мокрый и не лежит. Потом у нас есть такой синий. Он тянется хорошо. Не так уж хорошо. Он очень быстро врется. И он не липнет. Потом у нас самый большой, это красный. Он тоже не липнет и тянется очень хорошо. Белый помидор порезать в салат? И, как я уже говорила, зеленым сделали синим, он липнет и очень хорошо тянется. Еще у нас был белый, но он потерялся. Вот он очень липнет к рукам. И он не из такого клея сделан, а из другого.